Здравствуйте. Представляю вам тренажер Hookmaster. Это ручной эллиптический кардиотренажер, позволяющий тренировать мышцы рук, плечевого пояса, спины и корпуса. Движение руки осуществляется по эллиптической траектории, которую можно менять во время тренировки. Благодаря этому можно прорабатывать верхнюю часть тела с акцентом на конкретные группы мышц. На тренажере спортсмен может работать как одной рукой, принудительно подключая при этом плечевой пояс, задействуя те мышцы, которые участвуют в ударном движении в единоборствах, повышая тем самым скорость сокращения мышц и силу удара. Работают активно грудные мышцы, дельтовидные, широчайшие мышцы спины, большие, малые, круглые, бицепс. Либо обеими руками одновременно, имитируя прямоходовые движения пловцов, либо грибные движения, либо упражнения на хаммере, задействуя трапециевидные мышцы, поясничные, грудные, дельтовидные, все пучки, бицепс, трицепс, большие и малые круглые мышцы. Либо попеременные движения, которые активно включают в работу мышцы живота, плеч и мышц позвоночника. При таких тренировках повышается интенсивность нагрузки, так как включаются в работу все крупные группы мышц. Для качественной и удобной работы на тренажере установлена консоль для отображения параметров тренировки, а также имеется ряд регулировок, такие как нагрузка, высота, длина и радиус, которые можно подстроить под себя. Использовать их как для смены акцента нагрузки на прорабатываемые мышцы, так и для восстановления после травмы. При работе на тренажере обеспечивается низкая травмоопасность, максимальная интенсивность нагрузки, повышение силовой выносливости, объединение различных упражнений, комплексная кардиотренировка, укрепление сердечно-сосудистой системы, развитие дыхательной системы, ускоренное снижение веса, отсутствие ударных нагрузок на связки и суставы, увеличение гибкости, крепости и подвижности, коррекция осанки, предупреждение остеохондроза, профилактика и реабилитация заболеваний опорно-двигательной системы и позвоночника, адаптивная тренировка.